Остановка общественного транспорта в виде футбольных ворот украсила центр Архангельска. Это своего рода память о невероятном прорыве, сделанном нашей сборной на чемпионате мира по футболу. Инициатива одного из рекламных агентств, хотя такая идея родилась еще до судьбоносного матча сборных России и Хорватии, но задуманное решили не бросать. Решил все-таки реализовать. Заразил за этой идеей всех своих работников. В общем-то, и мы вот сегодня ночью все это дело реализовали здесь, на площади Ленина. 7-метровую сетку и трубы купили на деньги рекламного агентства, а кресла перекочевали со стадиона «Буревестник». Помог Северный Арктический университет. Создатели необычной остановки надеются, что она станет популярной городской фотозоной. Даже придуман конкурс. Можно будет прийти сюда, сделать какое-то творческое фото, либо там, не знаю, с мячом что-то соорудить такое феноменальное, интересное, либо просто какое-то там действо, ну, связанное с футболом, конечно. Фото можно будет выложить в соцсети с хэштегом «Оле Архангельск». Победитель определится народным голосованием. Главный приз – мяч с фамилиями футболистов сборной России.